Для некоторых жителей День района стал двойным праздником. Несколько семей в торжественной обстановке получили ключи от новых квартир в отремонтированном доме 29 по улице Парковая. Квартиры достались сотрудникам полиции, учителям, врачам. А ведь совсем недавно Щелковский район получил премию «Прорыв года» за привлечение медицинских кадров. Так что теперь сотрудникам социальной сферы есть не только где работать, но и где жить. Анастасии Александровне Романовой, учителю начальных классов Щелковской гимназии, предоставляется трехкомнатная квартира номер 46 для вас, вашего мужа, дочери и сына. Теперь праздничные гуляния на Парковой можно увидеть прямо из окна, не выходя из новой квартиры. Посмотреть на нее учитель начальных классов Щелковской гимназии Анастасия Романова пришла вместе с супругом и детьми, которые быстро облюбовали себе понравившийся уголок. Тебе нравится? Что у тебя в комнате будет? Расскажи. В первую очередь кровать, стол, розетки. Этой семье, как и другим, новое жилье досталось в рамках проекта «Свой дом», который стартовал в 2016 году при поддержке губернатора области. Получили долгожданные ключи представители других важных социальных профессий – врачи и полицейские. В Щелкове этот проект пилотный, но его положительный пример вполне может быть использован для всей Московской области. Мы уверены, что благодаря прекрасной реализации именно в Щелковском районе этот проект получит распространение на территории всей Московской области. И губернатор, безусловно, будет прилагать все усилия для того, чтобы обеспечить всех бюджетников жильем. А пока бюджетники осматривают новые владения и, кажется, еще не до конца верят своему счастью. Но они всегда знали, если мечтать, то мечты обязательно осуществятся. Мы счастливы. Счастье, счастье. И семья, дети есть, наконец, жилье появилось. Центр, считай, города, но об этом только мечтают люди. Мечты сбываются. Мечты сбываются, вот наша мечта наконец верить, у нас сбылась. Верить, ждать. Да, верить, ждать, да. И все обязательно получится. Наталья Медведева, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».